Расскажу вам о рашгардах, функциях и свойствах. Рашгард в переводе с английского звучит как rash, защита, rash пот, гард защита, то бишь защита от пота. Это является основной функцией рашгарда, этого вида одежды. Рашгард на самом деле материал хорошо впитывает в себя влагу и выводит ее наружу. Вторая функция рашгарда — это термофункция. Рашгарды часто называют термобельем. Он на самом деле держит тело в тепле, ваши мышцы согревает и исключаются тем самым микротравмы, микротрещины, растяжения и так далее. Третья немаловажная функция рашгарда — это компрессионная функция. Рашгард плотно прилегает к вашему телу, как видите на мне, вот, либо же на манекене, и создает определенную компрессию. И четвертая функция, немаловажная функция рашгарда, это эстетика, это красивый вид. Даже после изнурительной тренировки вы будете выглядеть в рашгарде на пятерочку с плюсом. Из чего же изготавливаются рашгарды? Все рашгарды изготавливаются из полиэстера и лайкры. Полиэстер — это мягкая, приятная на ощупь, удобная ткань. Она не выцветает, не выгорает, не меняет никогда форму. Что же такое лайкра? Лайкра — это то же самое, что и спандекс. Просто лайкру в Соединенных Штатах и Канаде называют спандекс. Либо же эластан. Лайкра так называется в Европе. Значит, эластан, лайкра и спандекс — это одно и то же. Это высокоэластичное синтетическое волокно, которое никогда не меняет форму, возвращается в первоначальное свойство всегда и придает любому рашгарду эластичности. Это все за счет лайкры, спандекса, эластана. Это одно и то же. В сочетании с полиэстером лайкра дает просто неубиваемый эффект. Вот такой вот эффект, очень хороший, очень, очень прочный, никогда не меняющий форму ткани. Это рашгарды. Например, все рашгарды татами производятся из eBadBoy, произведены на 20% из лайкры и на 80% из эластана. Все рашгарды FixGear производятся на 87%, на 85, прошу прощения, процентов из полиэстера, на 15% из лайкры. Все рашгарды Venom производятся на 87% из полиэстера, на 13% из лайкры. Чем больше лайкры в материале, тем прочнее, тем больше тянется этот материал, ну, этот рашгард в данном случае. Вот. Все рашгарды, пошив всех рашгардов производится сейчас, в 21 веке, производится на высокотехнологичных машинках. Рашгарды конкретно вот Татами и Фиксгир и Хаябуса, они производятся на четырехугольных машинках с технологией плоского шва. Что такое технология плоского шва? Это возможность вашему телу Вы не натерете никогда свою кожу с технологией плоского шва, что и отслеживается на рашгардах Татами, еще раз повторюсь, Фиксгир и Хаябусе. Как же добиться на таком качественном материале, чтобы не стиралась краска? И здесь производители нашли выход. Вся краска, все рисунки на рашгардах наносятся путем сублимации, то бишь термоперенос краски в ткань. Краска настолько въедается в ткань, что вы ее мало того, что никогда не нащупаете краску, ну как вот раньше футболки делали, которые вы стирали всегда, просто сверху краска как бы клеилась. Здесь идет сублимация, краска никогда вы ее не нащупаете, она не выцветит, не выгорит, она не выстирается. При любой температуре можете стирать и делать с рашгардом все, что угодно. Не порвется, не потянется, краска не вытрется, не сотрется. Он вас внутри, ваша кожа не натрет, технология плоского шва. Это все, о чем мечтали спортсмены раньше. Сейчас это все возможно, все доступно с Octagon Shop'ом. Вы можете использовать рашгард великолепно в любом виде спорта. Вы можете в нем прыгать. Вот я сейчас одет в рашгарде, в компрессионных штанах.
Вы можете прыгать, бегать, можете заниматься К1, боксом, кикбоксингом, любым видом спорта. Даже в дайвинге используют рашгарды.